со вчерашнего дня наступило очень серьезное и долгожданное событие, к которому, конечно же, все мы с вами шли вместе долгих 8 лет. Да, было очень сложно, да, было трудно, но я еще раз повторюсь, я вчера об этом говорил, я очень горжусь всеми вами, всеми жителями республики. Для меня большая честь сегодня быть вместе с вами в эти дни, когда происходят действительно исторические события. По сути, мы с вами вместе пишем историю, историю новой России, историю, которую в учебниках, я уверен, будут изучать наши дети, наши внуки. Сегодня второй день возвращения этой благословенной земли в большую Россию. И важность сегодняшнего события, его трудно переоценить. Поэтому подписывая подобные документы, подписывая подобные, договора, соглашения, пусть их можно назвать как угодно, в конечном итоге мы объединяемся. И на сегодняшний день это самый важный отправной момент. Мы возрождаемся, мы объединяемся, мы становимся сильными, мы становимся мудрыми.